С помощью языка тела артисты Национального академического театра песни и танцев расскажут о великих подвигах 9 королев Монголии: Мандухе, Самара, Дургун, Сурхактань, Чимбе, Гомарал, Алунго, Ойлун и Борте. Образ Сурхактани исполнит танцовщица Бимба. По ее словам, хоть королева и жила более 800 лет назад, передать ее чувства и переживания не так сложно. Я танцую с помощью длинных кистей. Немного трудно, но мы хорошо подготовились и готовы выступать. Главной особенностью постановки станет сюжетная линия, объединяющая историю целого тысячелетия. Генеральным продюсером стал директор Национального академического ансамбля песни и танцев, хореограф Вэйр Баттер. Музыку написал лауреат государственной премии, композитор Мунг Пол в тандеме с композитором Бирва. Мы гордимся своими традициями и обычаями. В течение 2 часов зрители будут свидетелями великих исторических событий, которые проходили на нашей земле 800 лет назад. Создатели постановки подчеркнули, что королевы могут сподвигнуть исследователей истории на более детальное изучение тех исторических событий. Халион Атконпат, Айс, Монголия.